Приветствую! В Турции много замечательных мест. Это и дворец Топкаплы, и мечеть Айя София, Голубая мечеть, Сулеймания, Чамлыджа и древний город Троя. Видео про эти достопримечательности есть на моем канале. Но сегодня я предлагаю посетить другое необыкновенное место. Это... пещера Дим. Пещера Дим, или как ее называют местные Дим Махараси, природная пещера. Образовалась она благодаря потокам дождевой воды, которые попадали в расщелины огромной известняковой скалы. Для справки, пещера Дим находится в 145 километрах от Анталии и в 11 километрах от Алании. Пещера расположена в 232 метрах над уровнем моря на западном склоне горы Чебель-Рейс, высота которой 1691 метр. Пещера Дим состоит из 4 галерей протяженностью по горизонтали в 360 метров и 10-15 метров в ширину и высоту, богата сталактитами, сталагмитами и травертиновыми образованиями. В конце пещеры находится небольшое озеро в 200 метров квадратных, которое расположено ниже входа еще на 17 метров. Несмотря на то, что пещера просто невероятна, обнаружили ее совсем недавно, в 1986 году, а для туристов пещеру открыли вообще только в 1998 году. Пещера Дим является второй по размеру пещерой Турции и одной из самых огромных в Европе. Вдоль коридора проложены дорожки, лестницы, есть спуски и подъемы. Также в пещере установлена приглушенная подсветка. Как вы думаете, сколько лет этой пещере? Около 1 000 000 лет! Это настолько древняя пещера, что когда находишься в этом месте, ощущение просто непередаваемое. А когда подумаешь, сколько лет этой пещере, то по коже пробегает холодок. В общем, будете в Алании, обязательно посетите это место. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. С вами была Ирина Пахиленко. Всего хорошего.